Всем привет! Я недавно пришел с аэропорта. И я со своим другом. Мы летим на Гавайи. Братан, как думаешь, мы полетим на Гавайи? Ты на D14, а я на... Я на G6. Ох, а мы далеко друг друга. Нам не повезло. Вызовем. Алло, погнали. Алло, братан, погнали искать деньги на самолете. Братан, погнали искать. Это что за код? Нам не надо его записать. 6186. О, я записал. Братан, садись на свое место быстро. Фух, я успел. А ты куда пошел? Фух, ты сел. Ты сдохнешь, если не сядешь. Вот видишь, чел пол хп потерял. Видишь? Братан, все, можно вставать. Погнали красть всякие. Смотри, Ладаро, иди за мной, у меня есть одна идея. Топ-т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 оп. А мы здесь будем сидеть, понял? Давай не будем кушать сэндвич. Он, наверное, нам понадобится, и я еще не голодный. Давай не будем. Не будем? Да. Ты снимаешь? Нет. Анима, окей, значит, можно... Опа. Да. Братан, кто-то сейчас умрет. Скажи круто. Алло, братан. Ты что? Ну, короче, у кого-то здесь аллергия на майонез, и нам надо проверять шкафчики. Иди сюда. Не, на поднос? Короче, видишь вот эти шкафчики сверху? Вот видишь? Проверяй. Проверяй их и ищи для вот этой. Ой, я твой шкафчик нашел. Да и свой я сейчас найду, наверное. Она, надеюсь, умрет скоро. Я нашел свой шкафчик. Скажи, прикольно. А, кстати, я не снимаю со своего аккаунта, потому что мой настоящий аккаунт, точнее основной, забанили, нажат. Потому что на меня нагнал один челик, и я ему в ответ нагнал, и меня забанили. Вот такие вот обстоятельства. Это правда. Да, меня забанили на 3 дня. Где-то 1.5 дня уже прошло. Шучу, где-то только 1. Но вы скоро будете видеть этот. Наверное, что-то. Да. Как только у меня вернется аккаунт, я с другом пойдем снимать Rise of Flopa 2. Я просто сижу. Мне кайфово. Братан, иди сюда. Иду. Давай просто смотреть в окно. Ну, бог. Вау, какое красивое сахарок. Может, ты отойдешь на миллисекунду? Ладно, я отсюда буду смотреть. Братан, это шо? Это шо? Я, наверное, после этого хоррора уйду. Почему? Ну, еще с одной чем-то надо. Утром еще поиграем. Точно? Да. Ты чё делаешь? Троеточки — это плохо.
О, три вопроса, три точки. Логично все. Вы не будете жить, выжить. Это Это те. те. Это Змеи. змея. Ай, больно! Быстро. А чисто так дофига. Прыгай быстро. Очень быстро прыгай. Иди за мной. Это змей. Слышь ты, змея. Прыгай на вот эту высокую штуку. Они тебя на высокой штуке не догонят. Да куда ты? Сюда ко мне, быстро. А надо сейчас в туалет успеть залезть. Вот, погнали в этот туалет. Заходи в туалет быстро. И тут все заняты. Да там зеленый здесь туалет. А, зеленый нашел. Не смотри. Да я стрим сделаю, заколебал. Сядь на туалет. Где-то такая возможность есть. Спасибо за скрин. Я тебя заскринила, ты меня нет. Братан, мы одни остались. Мы одни остались. Я сдохну. Нет, ты не подохнешь. Я тебя сам учу. Короче, ты как хочешь, а я пошел как. Ты со мной? Куда ты? Ну, я играю. Ну, сиди в туалете, праздник. Ну, я ножницы нашел. О, ножницы, круто. Братан, у нас будет очень сложный момент. Очень сложный. Какой? Я уверен. Я тебе не скажу, но он будет. Ага. Братан, нам надо найти газоштуки. Газоштуки. Сейчас они упадут где-то. Их двое, бери одну. Быстро, бери одну. Сюда. Бери, прыгни. Фух. Братан, ты живой. Ну и слава богу. А то я думал, я тебя убить не смогу. Кстати, заметьте, у нас одинаковая одежда. Только у него пуч. И, кстати, это не девочка, а мой друг. Это просто у него такой ник. И скин. Затроллен. Заскамлен. Я тебя сейчас ключиком как взломаю. Что произошло? Что произошло? Что произошло? О, боже мой. Что это? А тебе ничего похоже на бомбу? О, нет. А, о, круто. У тебя бимба. Братан. Ну, я ножницы найду. Хотя не, пусть взорвешься. Братан, ну пожалуйста. Перережь один провод. Синий и красный. Как в фильме. А третьего нет? Нет. Бери. А как? Перерезай. А как? Нажми сейчас. Сейчас у тебя должен быть выбор. Мне становится сложно дышать. Брат, быстрее. Ладно, раз. Восемь. Пожалуйста. Перерезал. Ой. Ой. Прощай, брат.